Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин, и это, в общем, будет сейчас, в общем, вы поняли, это серия в Happy Wheels. Я там записывал несколько серий, это было месяц назад, по-моему. Вот, ну как-то вы так, я не понял, вам хотелось бы видеть его или нет. Но, во всяком случае, мы сегодня поиграем, сегодня будет повеселее, покачественнее, потому что сейчас у меня, так скажем, другая вебка, и, в общем, выглядит все покачественней. Я надеюсь. Вот. И посмотрим. В общем, ребят, если хотите больше Happy Wheels, ставьте пальцы вверх. Я думаю, что было бы неплохо его снимать, потому что, в принципе, игрушка, хоть может уже и заезженная, но как-никак веселая. Поэтому я двигаю стул вместе с собой, и мы приступаем, так скажем, к... Я даже не знаю, как это назвать. К разрушениям. К разрушениям. Разрушение нет. Разрушение у нас обычно в GTA 4 San Andreas, как только мы в него заходим. Ну ладно. В общем, приступаем. Я тут, смотрите, что сделал. Я забраузерил по... Ну, search by name, короче, сделал. По имени попытался найти, что-нибудь вы мне делали или нет. Тут три карты, я их все посмотрел. Они, короче, ну, в общем, они пустые, можно сказать. Поэтому, ребят, так как, если вы даже, ну, я думаю, что вы поддержите, чтобы я снимал Happy Wheels, можете смело создавать мне уровни, я буду их проходить в следующих сериях, вот, и будет весело. Ну, а сегодня мы займемся прохождением тех левелов, которые у нас есть. Ой, сейчас. Тех, которые у нас тут есть вообще в поиске. Как бы их отсортировать так, чтобы не поиграть в то, что уже... Если на этой неделе, которые были загружены, и количество раз сыграны. Во. Ну-ка. Так, вот тут уже интересно. Slam Dunk. Ну что, посмотрим, что это. Мне уже... Кстати, понятно. Уровень называется «Забрось мяч». Красиво. Так, а я... Только единственное, что я, так как давно не играл, я не помню уже управление. И как хватать предметы, я тоже не помню. Поэтому мы сейчас все это будем... Нет, подождите, Z это выпрыгнуть с чего-то. А, Space, да, получается, схватить. О, да, давай, опа! Да! Баскетбол мастер! Сейчас, знаете, будет кувырок и... Неплохо. Ну ладно, это слишком банально, слишком просто, слишком легко и слишком мало. Epic Wheel. Я лучше стартану. Сын, погнали. Не кажется ли, это будет колесо просто по кругу сейчас? Судя по это добром не кончится. Я какую-то монетку подобрал. Еще одну монетку. Мы Марио играем. Рука моя, нет! Это было глупо, я оторвал. Это, судя по всему, сейчас будет спираль, ребят. Это, походу, будет спираль. Поэтому мы сейчас рестартанем. Погнали. Так, теперь я буду более аккуратным. Пускай лучше... Пускай первым уйдет на тот свет сын, но не я. Я постараюсь выжить. Отлично, монетки подобрали. А, держимся, погнали дальше. Скорость. Не-не-не-не, чувак, нет, только... Нет, пожалуйста, да. Это довольно сложно. Это довольно сложно, я прошу заметить. Бабахнуло. Так. Ух. Я пропустил одну монетку, ну ладно. Главное, чтобы меня не перевернуло. Мне жалко его ноги, которые так быстро крутятся. Они... Еще одни монетки. Слушайте, я до сюда еще не доходил. Бедный велик. Он там его... Посмотрите просто, как велик. Коса... Тихо, я живой. Я живой. Рука у меня застряла между... Он в шее у меня застряла. Да! Хоть и без руки, но я финишировал. Это уже большая радость. Следующее. Jet Run. Отлично. Название уже... Here is Jet Run. Here... My first level, thank for playing. Easy. Что? Ой-ой-ой, вот такое я люблю, кстати. Так, я пока что нуб. Сын, в общем, мне нужна будет сейчас твоя помощь. Мы сейчас аккуратно с тобой. Нормал. Это уже поле... Фух, слушайте, либо мне везет, либо я сейчас уже почти про... Джеки... The best! Ух ты, нифига себе, они от... Не-н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 е
может быть, когда-нибудь. Так, что тут? Я почти еще парочку. Ух ты, ё-моё, ребят, это было глупо. Было глупо так продуть. Спокойно. Изи я пройду легко, точно. Это легко, все, ребят. Таким меня не запугать. Не-не-не, гуд тоже тут все фигня. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно я сразу катапультирую сына? Сын, я тебя...
Поверь, это в твоих же интересах. Я его просто сейчас спас, а сам пойду, наверное, смерть или надеюсь, что не смерть. Дабы... Слушайте, ух ты, вот это сейчас была подстава, нет, 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 вставай, нет! Это было слишком глупо. Я должен это пройти. Я должен это пройти, потому что это слишком легко для меня. Свои маленькие ракетки можете оставить при себе, потому что я дойду до самых последних ракетищ. И... Сын, лучше... Да, пока, сынок. Отдых... Не знаю, это, по-моему, была не лучшая идея сына выбросить, потому что лучше бы... Фига... Как классно, ко мне прилетели мои же ноги. А вообще, я думал, что я уже почти выиграл, а оказывается, там прилетело... Ой. Блин. Кашель. Полегче. Ох, уже этот приступ. Знаете, сейчас... Я сейчас кое о чем подумал. Как булки... Сейчас, подождите, откажется... Простите, ой. Это сейчас, вот. У меня рука оторвалась сама, смешно, да? Я сейчас подумал, это называется, как Булкин бы записывал летсплей через 50 лет. Такой старикашку уже. Вот примерно так я и буду записывать летсплей через 50 лет. Как у меня рука катапультировалась. Сынок, теперь это будет точно в твоих интересах остаться здесь. А мы... Ух ты, у меня очки слетели. Там, по-моему... Нет, от сына уже ничего не осталось. И... Да. Я совсем забыл, что если голову отрывают, то это все, можно уже дальше не пыжиться. Это все легко, это все легко. Можете ракетки лететь, гуд, не гуд, все это нормально. Сынок, прощай. Подожди, сынок, аккуратно. Сынок, ты крепок. Сынка только не трогайте. Ой, по-моему, там мясо уже. Ух ты! Рука моя, Это было слишком быстро. Нет, парни, осторожно! Так, все, без рук. Не жалею рук. Долечу так... Да! Да, детка, да! Та-ра-та-та! Осторожно. Ну ладно, фиг с ним уже. Jetpack Race. Фу, я же не знаю, что его надо на... Я понял прикол. Надо держать. Сейчас будет весело, ребят. Так. О, да. Надо попасть в узенькую дырочку. Сейчас мы будем это пробовать. Так, аккуратно. Это... Есть! Я все равно выжил и долетел. 10 секунд. Да. В принципе, это неплохо было. Блок Run 2. Название. Пока мне ничего не говорит. Это опасно. Зачем так с сынком поступать? Ой-ой-ой-ой, я, кажется, понял прикол. Я долечу. Сынок без головы. Аккуратно, доедем до фи... Есть! Пам-пам-пам, я еще и спасся от каких-то мешков с сеном, которые на меня летели. Rope Swing Plus. Пока что мы идем стабильненько. Все. Понятно. Hope you like it. Та-ра-та-та. Повисли по трубе. Аккуратно. Мужик. Подождите, а что мне надо было сесть? Ой-ой-ой. Ой! Рука! Ребят, дайте вторую попытку. У меня еще, правда, рук нет, но может попробуем. Ногами зацепить, мужик. Нет, это бесполезно без рук. Тра-па-пам. Па-парам-пам. Аккуратно. Бедная нога. И нехорошо вышло. Так, ребят, надо зацепиться руками. Я тучи раза... А как... Нет! Я рано отцепился. Я же не видел с того, что... Ладно. Тихо. Тра-та. Ой. Надеюсь, это не руки отлетели? Или что там отлетело? У меня еще есть руки? У меня еще есть рука, по-моему. Нет, ей уже не зацепиться. Я-то думал, я надеялся. Он еще живой? А, ну да. Голова отдельно. Ой, профукал, отлично, сейчас. Сейчас, ребят, как про...
Да почему у меня голова сразу отлетает? Ладно, ладно. Если я сделаю вот... Почему я так неудачно приземляюсь? Не-не-не, тихо-тихо. О! О! Вот это по-свойски. Нежно так вообще. Хватай меня нежно. Оп! Шляпу потерял. Как нам туда? Ой-ой-ой-ой. Неудачно. Бедная рука, руку аж растянула на полкилометра. Не, пройду этот уровень. Рано я, по-моему, обрадовался, то, что все легко. Ой. Ой-ой-ой. Я без головы или нормально все? Я без одной руки. Нет! Вторая попытка будет? Ух ты, ё-моё, как это было жестко и неожиданно, я аж подпрыгнул. Нет. Так. Ползи, мужик, давай. Еще чуть-чуть. Давай. Давай-давай. Еще. Красавчик. Давай. Ух ты, есть. Все, я готов. Та, ух ты, какая боевая поза. Одной рукой. Хорошо, что я накачался. Он держится? Нет, ну, ух ты, подождите, может, что за... Все равно без рук уже делать нечего. Только не руками, не головой. Нет, нога моя. Сосисочка отлетела у меня сейчас только что. Сейчас давай, в боевой позе. Ух ты, нет, не жопа, кверху. Мужик, перевар... Отлично, отлично, просто, просто красавчик. Уважуха. И, опа, идеально. Куда дальше? Я правильно сделал? Меня немножко волнует, как долго надо... Как долго надо качаться на этой красной штуке и... Почему это так сложно? Ползи. О, давай. Есть, получилось. И... Аккуратненько. Держись, держись. Раскачивайся. Наверное, все-таки надо прыгнуть, да? Я думаю, что надо прыгнуть, только, по-моему, сейчас будет не очень удачно. А что дальше делать? Подождите, стоп, 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 стоп. О, во! Press space and then drive. О, какая поза! А как ввести-то? А-а. Hold shift for boost. Ох ты, погнали, ребят. Гениальная поза, я также... Классная... Не, реально, ребят, это очень классная поза для того, чтобы водить. Я также попробую как-нибудь сесть за руль BMW. Не знаю, что у меня получится. Heart Donation Mini. Окей. По-моему, моя голова должна... Это настолько продумано, что мне сейчас, я сейчас заплачу. Мое сердце просто прилетело на финиш. Как это мило. Ну ладно, что дальше? Голкипер. Ну, это я люблю. Так, кем, кто у нас больше похож здесь на вратаря? Давайте будет это, вот этот мужик. Что за... Лови! По-моему, это смешно. Пенальти ловлю! Давай! Yes! Еще одно пенальти, можно мне? Ох ты! Пошел с мячом подальше куда? Еще разок хочу. Поймай, поймай, поймай! Есть! Еще, а? Это FIFA 16, ребят. О! Неправда, неправда, я требую повтор. Ну ладно, не буду спорить с судьей. Неправда, там был... Давайте повтор посмотрим. Он вообще в офсайде был. Он был в офсайде, я... Да хватит об ноги его бить, реально. Отбивай его нафиг. Штанга! Ладно, ребят, это слишком... Слишком один однообразно. Мини-геймс. Хм. Название обещает быть... Оу. Изи? Ну, если это изи, то... Ну, в принципе, изи, да. Пока что изи. Вроде... Так, а тут что надо делать? Ок. Фу, какая плесень тут. Да можно про... Кто высморкался здесь, а? Это опасно. Гуд? Ну, гуд это всегда гуд. Только, знаете... Сынок. Сынок, не застревай. Там у меня, я обкакался, видели? Зеленый какашка сейчас. Надо быстрей. Да. Нет. Наверное, все-таки я даже не буду пробовать, потому что такие уровни не для меня. Фух, ну что, попробуем последний. 99 impossible. Если это impossible, то значит это possible. Ух ты.
Подожди, а вдруг я реально спрей? Да, слушайте, а вроде кажется легко, а на самом деле... Ну и что, что ты меня проткнул? А я могу еще дальше... Нет, не могу. Я попробую обмануть систему. Жопы кверху. Опа. Нет! Мои яйца! Подождите! Нет, ребят, сейчас спасусь! А-а-а! Это самое, по-моему, неловкое, что может произойти. Как маленький школьник какой-то перебирался. Знаете, после школки решил яблочко сорвать и попался на этот. Че я несу? Че же это так жестоко? Надо, короче, обмануть две этих штуки опять по яйцам. Да что ж такое-то? Отцепляйся. Мне его жалко. Так. Обманываем и... Нет, слишком жестко. Мимо! 99, я вхожу в 1% тех, кто смог это сделать. Наивный Булкин. Ну что? Нет, все-таки давайте save the burger. Это все-таки что-то доброе должно быть. Нет! Мой бургер! Нет, стоп, я его не успел схватить. Я не успел его схватить. Взял. Спас! Куда его нести? Дедок, держи бургер. Как спасти бургер? Ну что, еще? Ладно, еще один левел, последний. Matrix 4. Опять? Главное, что спас. Ну что, ребят. Это была серия Happy Wheels. Надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте лайк, если вы хотите больше серий. Какой-то кривой палец вверх сейчас показал. Вот такой вот, ровненький такой, как на YouTube такой. Раньше был зелененьким, потом стал синеньким. Сейчас он... Какой тоже средненький, в принципе, если на него нажать. Ну что, увидимся в скором времени. Всем счастья, здоровья и всем до новых встреч. Всем пока, ребят.